Здравствуйте, 17 октября 2023 года, нахожусь на бульваре Победы и хочу снять небольшой ролик про этот вот светодиодный фонтанчик. Он небольшой, этот фонтанчик, но тем не менее форма у него в виде креста такого, что ли. Музыки здесь нет, как в горсаду. Но это с другой стороны хорошо, не надо мелодии накладывать вместо авторских. Ну а подсветочка вот такая, светодиодная. Очень приятно, что у нас до сих пор в Орле работают фонтаны. Как бы продлевают наше теплое время года. А то без них совсем грустно было бы. Думаю, до ноября они будут работать, но это не точно. На бульваре Победы фонтанчик маленький, но приятненький. Все какое-никакое, а развлечение. Какая-никакая колористика. Приятно глазу. А так вообще холодно что-то сегодня. Вчера дождь целый день шел. Сегодня холодно. Ну, как бы осень вступает в свои права, вступила. И надо сказать, завтра потепление будет. 18 октября по прогнозам. А сегодня 17-го что-то холодновато. Ну так, с непривычки, конечно. Привыкнем все. Замечательный фонтанчик. Я его снимал уже не раз, но вот в темное время суток ни разу не снимал, исправляя эту досадную оплошность. Вот такое небольшое видео с бульвара Победы. Время где-то 10 час. Там, где вот мегафон написано, там в этом доме было кафе «Сатурн» в советское время. Кафе «Мороженое», по-моему. Здесь был дом политической книги, по-моему. А это магазин «Алмаз». Ювелирный. Он так и есть. До сих пор работает. Всего вам доброго. Подпишитесь на канал. Видео Дмитрий из Орла.